правую полубочку начали. Прибираю резче 80, выпускаем щиток. Раз. Останавливаем вращение. Вращение стоп. Ух ты, втроем летим. Круто. К нам там Эвка, что ли, присоединилась? Ну да. Сделаем левый отворот к земле. Влево пошли. Ускоряем вращение. Убираем щиток. Раз. Вращаем, вращаем, вращаем. Тянем на себя. Резче тянем, резче. Выводим 95. Девяносто пять установил. Прибираю 80. Щиток. Раз. Восемьдесят установил. Отпустим. Выпускаем шасси. Раз. Будет проход с касанием. Пошли вправо. Заворачиваем резче. Добавил 8.2. Прибираю 80. Будет левая коррекция. Левую коррекцию начали. Закрылки выпускаем. Раз. Кнопки перепутал все опять. Бывает. Прибираю 78. Нос не опускаем. Машину занял. Плавненько выравниваем. Добавил 80. Касание. Касание. Убираем щиток. Раз. Добавляем 90. И пошел отрыв. Отрыв. Закрылки убираем. Отставить закрылки. Шасси. Раз. Закрылки убираем. Раз. Ух ты. И у вас также, да? Угу. А что случилось? Пошли вправо. Идем вправо в восходящий. Добавляем 95. Нос подпрыгнул. Нет, у меня все ровно было. Ищешь, у меня что-то не ушло. Проверим механизацию. У меня на ИП ничего не горит. Обсоединись. Аналогично. Нет, у меня все нормально, я просто закрылки проверил. Все тоже в порядке. Скорость просто маленькая.
Поэтому так кажется. Сергей, попробуем сделать правый отворот к земле. Прибираю резче 80. Полторы тысячи осталось. Принято.